Расширяем границы торговли. Североказахстанские пчеловоды налаживают сотрудничество с инвесторами из Арабских Эмиратов. Уже в этом году они планируют поставить в Дубае первую партию меда. О том, благодаря чему это стало возможным, расскажет наш корреспондент. В этом году планы у пчеловодов региона масштабные. Они намерены экспортировать в Дубай 100 тонн меда. Такая договоренность достигнута во время визита североказахстанской делегации в марте в Арабские Эмираты. Там было подписано соглашение с иностранными инвесторами о сотрудничестве. Дубайцам очень понравился наш мед североказахстанский. Мы возили более 7 сортов наших медов. Сейчас взяли анализы Эмираты. Сейчас просчитываем логистику, намерены сотрудничать с Дубаем, поставлять наш мед в Арабские Эмираты. Развитие пчеловодства, то есть в области поднимется, если мы начнем сотрудничать с Арабскими Эмиратами. Здесь у нас цена где-то 1300-1500 за килограмм, это розничная цена, а там она где-то 8000 за килограмм. Возможность поставлять мед в таком объеме у пчеловодов региона есть. Сегодня в ассоциации состоит более 200 человек. Олег Гаврилов – один из самых опытных. Только на его пасеке ежегодно получает 10 тонн различных видов меда. Реализуют не только в Казахстане, а ранее экспортировали и в Россию. Первый мед планируют получить уже в конце июня. Мы сейчас привезли пчел с Чимкента. У нас там зимует пасека. Мы там развиваем, выводим маток австрийской породы, это карника. Маток берем в Австрии. Сейчас переходим на эту породу. Она более такая продуктивная, спокойная и хорошо зимует в нашей области. Всего из Шымкента привезли 500 пчелиных семей, 400 для членов ассоциации. Кстати, продают пчел по 15 тысяч тенге за семью. Гульнара Кали, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.